Короче, приехали на первый спот. Подкаты. Маяк. Пока чайки раскатываются. Что, Миша? Я сейчас в ногах просто запутался. Напаснул. Итак, 10, может быть 12 минут, 5 человек. Первая группа. Ребята, вы можете начинать. He be like, bitch, don't touch my braid. Задумали красивая точка на этом споте. Давай, 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 давай. И еп, красава. Лиза, что ты думаешь по поводу Сочи и всего происходящего? Классная погода. Приятно кататься с ребятами местными. Ну, все классно. Что надо думать? Лето только здесь. Думайте об этом. Мы двигаем на второй спот, вот что я думаю. На второй спот двигаем мы. На подкаты. А сзади на море. Какие приятные. Идем. Вот это вот эти подкаты? Угу. А, ну да, я про них не говорила. Про них не говорила. Я тоже в одном положении, ты типа, ух ты. Мам, я покушал. Что ты думаешь по поводу событий? Прикольно. Прикольно? А ты? Все просто замечательно. It's so exciting, the sky is blue. Че? Теперь по-русски. Пускай побольше будет. Нравится мероприятие? Я могу сделать аскетик, просто нормально пойдет. Такой каждый. Привет, Никитос. Привет. Привет. Что вы думаете по поводу мероприятия? Все отлично, супер. Я упал, у меня болит немножко. Давай, два. Все круто. Отличная погода, все хорошо, катаемся, веселимся. Вторая остановка нашего небольшого стрит-контеста, это подкаты на набережной, бухты. Погода тоже радует, плюс 20 почти, футболочки раскатывают в октябре. Все это потому что Сочи. Так, уже темнеет, мы двигаем на последний спот, оверрайд. Наших баннеров.
Едем домой, Лиза, куда мы едем? Домой едем, в хостел, в этот уже. Ой, Вадик, ну, так вот двигаем в наш отель.